1982 году на советский экран выходит картина «Восточный рубеж», рассказывающая о борьбе чекистов с белогвардейцами на Дальнем Востоке. Именно тогда широкий зритель мог впервые услышать оригинальный эмигрантский романс «Черная моль», до этого считавшийся запрещенным. Его нечасто исполняют и сейчас, а значит, тем эксклюзивнее будет наше удовольствие. На сцене наши специальные гости Лайма Вайкули и Акапелла Экспресс. Не смотрите вот так сквозь прищуренный глаз, джентльмены, бароны и леди. Я за 20 минут опьянеть не смогла от бокала холодного бренди. Ведь я институтка, я дочь камергера, я черная моль, ах, черная моль, я летучая мышь, летучая мышь. И но и мужчины, моя атмосфера. Привет, эмигранты, свободный Париж. Мой отец в октябре убежать не сумел, но для белых он сделал немало. Срок пришел и холодное слово расстрел. Прозвучал приговор трибунала. И вот я проститутка, я фея из бара, я черная моль, ах, черная моль, я летучая мышь. Вина и мужчины, моя атмосфера. Привет, иммигранты, свободный Париж. Я сказала полковнику, нате, берите, не донской же валютой за это платить. Вы мне франками, сэр, заплатите, а все остальное дорожная пыль. Entends-moi dans ton corps et je t'aime en bonheur. Только лишь иногда под покров дикой страсти вспоминаю Одессу, родимую пыль. И тогда я плюю в их слюнявые пасти, а все остальное печальная быль. Ведь я институтка, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь. Вино и мужчины — это моя атмосфера. Привет, иммигранты, свободный Париж. Ba-dum, 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 ba-dum.